Только живой звук и только лучшие номера. В предстоящую субботу новоуренгойцев обещает по-настоящему удивить шоу «The Best». Судя по количеству артистов, всего их будет 50, и по уровню подготовки каждого им это удастся. Порадуют глаз зрителей настоящие профессионалы. Театр танца Вадима Вахитова, балет «Тип-топ», ансамбль «Разгуляй», «Темп», спортивно-бальный клуб «Аниона» и артисты Дворца культуры «Октябрь». Юлия Шнайдер побывала на генеральной репетиции. Я могу вам всем сейчас помочь. Работаем хотите, сразу с улыбками, с зубами. У нас в зале гости. На генеральных репетициях артисты должны выкладываться, как на полноценном концерте. Все эмоции в зал, даже если он еще не заполнен зрителями. Здесь нет главных и второстепенных ролей. Пока солист исполняет песню, потанцовка оттачивает каждое движение до совершенства. Для них это несложно. Воспитанники Вадима Вахитова танцуют с самого детства. Каждый день здесь с 6 вечера тренируемся, готовимся, чтобы порадовать зрителей. А ты приходишь уставший с учебы, тебе, тем не менее, нужно еще приходить на танцы, репетировать, чтобы все было на высшем уровне. Восторг зрителя – вот что дает силы настоящему артисту. Пока предугадать то, как примет выступление зал, сложно. Хотя талант в тандеме с самоотверженным трудом способен сделать невозможное. У нас было 2 дня выходных после новогодних утренников. И с 5 января мы приступили к этой работе. Работаем ежедневно, делаем прогоны ежедневно. Вот. И вот получается у нас что там, 2 недели до шоу. В течение 2 недель мы сделали вот эту программу. За короткое время полноценная программа на высшем уровне. Перестраивать ее приходилось в процессе репетиций. Для меня все номера самые яркие, самые любимые и самые запоминающие. Я думаю, что зритель, который придет к нам на концерт, получит массу удовольствия, и они будут довольны всеми номерами. История любви – сюжет не новый. Разлученные и влюбленные наконец смогли соединиться. Эта песня, если не берет за душу, то проникает в самое сердце. Ни один вокальный концерт не пройдет без этой песни. Тем более тот, который уже заявлен как лучший. «Бесама муча» – главная ода испанской страсти. Представить ее сложно без самого говорящего языка – тела. Насладиться шоу «The Best» зритель сможет 18 января. К сожалению, билеты распроданы. Организаторы приятно удивлены таким вниманием новоуренгойцев. Поэтому поклонников талантов ждет небольшой сюрприз. Те, кто не успеет посмотреть концерт в субботу, смогут сделать это 25 января. Юлия Шнайдер, Николай Александров, служба новостей «Импульс».